Твери впервые чествовали ученых за выдающиеся достижения в области науки и техники. Среди лауреатов премии губернатора Тверской области как ученые с именем, так и молодые специалисты. Победители получат денежные гранты, которые смогут направить на реализацию своих проектов. Об этом рассказывает наш корреспондент. Премия присуждается в 4 номинациях, в каждой из которых 4 направления. Туда входят техника, технологии, медицинские, естественные, точные, сельскохозяйственные, гуманитарно-социальные науки. Михаил Пахомов, студент 5 курса медицинского университета, одержал победу в номинации «Студент года». Свободное от учебы и работы на скорой помощи время занимается изобретательской деятельностью вместе с научным руководителем. Модернизировали несколько хирургических инструментариев, которые в дальнейшем могут применяться в хирургическом практике. Модернизировали в том плане, что они, улучшили их свойства, улучшили их функционал. Вот, при этом их стоимость осталась приемлемой, скажем так, для массового производства. Свою жизнь молодой человек планирует связать с медициной, и уже наработанный в студенчестве опыт еще пригодится. Гуманитарные науки тоже занимают особую нишу в жизни общества. Лауреат губернаторской премии Михаил Бабайцев оцифровывает историко-культурное наследие региона. Недавно ученому удалось воссоздать в виртуальном пространстве усадьбу Василева. Грант, признается молодой историк, пригодится для обновления техники. Так называемая фотограмметрия. Это когда мы реконструируем трехмерный объект по плоским фотографиям. Технология очень здоровская, она упрощает ряд процессов. Это конкретный фотоаппарат с конкретным объективом, который необходим для того, чтобы получать более качественный контент, нежели та техника, которая используется сейчас. Эта премия утверждена только осенью этого года по инициативе главы региона, но на конкурс подали заявки уже 29 участников из 5 вузов. Претендовать на премию могут преподаватели, студенты, соискатели ученых степеней, а также коллективы ученых. Студент года получит за достижение премию в 50 000 рублей, аспирант и молодой ученый по 100 000. Премия за лучший коллектив ученых за третье место составит 150 000 рублей, за второй 200, а за первое 250. Поддержка и финансовая, и моральная, она... И, безусловно, важна, потому что без этой поддержки, фактически нет науки. И, в частности, поддержка нужна и на государственном уровне, и, конечно же, на региональном уровне для развития науки, как в регионе, да, и в дальнейшем производства. Для внедрения теории в практику потребуются и силы, и время, и финансы. Необходимость поддержки молодых ученых в разных сферах отметил и губернатор Игорь Руденя. Исследования и заслуженных ученых, и молодежи, которые делают первые шаги в науке, ориентированы на практическое применение, могут быть использованы для развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы региона. Поддержка науки является частью долгосрочной стратегии Тверской области, считает глава региона.